Знания теории и практики оказания помощи на воде матросы-спасатели обязаны подтверждать ежегодно, ведь от этого зависит жизнь людей. Сегодня в наш город прибыли представители близлежащих районов области для прохождения традиционной аттестации. В преддверии, так сказать, открытия купального сезона уже люди выходят на речку, отдыхают. И, соответственно, во всех местах массового неорганизованного отдыха и на пляжах есть такие требования, должны быть матросы-спасатели. Профессия спасатель – это героическая работа, о которой мечтают многие молодые люди. Сегодня мужчины сдают не только теорию, но и отрабатывают знания на практике. Спасение людей на воде, управление плавательным средством и правила оказания первой медицинской помощи. Поставили два пальца на самый низ грудины. Мечевидный отросток. Образование, ну, у всех, в принципе, есть. Может быть, где-то выступая, где-то там в глубине, но у всех есть. Закрыли это место. Экзамены позади. Матросы-спасатели получают удостоверение. К работе они готовы. Скоро будет готов и центральный пляж. Осталось покрасить кабинки, обустроить торговые точки и почистить дно реки. Что планируют сделать в ближайший четверг.